Вот приехали у нас воскресная школа из Барнаула. Сегодня 16 мая 2017 года. 14 человек. Батюшка их проводит в свой дом. Там у нас овечки. Вот так. Вот так они, вот они какие. Вот из животных, которых, сказать вам, если никто не знает, разрешите? А уши это метит. Обрезание. По-разному, что ли? Ну да, конечно. Вот это у хозяина одного, это барабаш так, а у меня так повдоль порезано, чтобы нам потом не перепутать. Это барабаш? Да. А что он у вас? Ну, у нас вместе, вернее. Одно стадо. Батька, это такой хороший, можно я еще? Ой, да ну! Ага, мать покрутила. Она боится. Потеряла. Ну другим-то дайте. Другим-то дайте подержать. Подержите, не уроните только. Возьмите. У меня здесь вот еще есть один. Ой, дайте еще. Будешь, можешь брать? Давай ты возьмешь, я тебя смотрю. А дай Маша. Сейчас Маша. Лапочка. Я первый раз в жизни не видела. Это вообще ни разу не видела. По-любому на меня написано. Я вчера родилась. Это на второй день. Какашчатый. Это ягненка у нее забрали, мамка плачет о своем ребятенке. Он там еще не видно, но хвостик только машет. Этот какашка. Смотрите, да, это можно. Этот весь какашка. Ну-ка. Что, только родился, что ли? Вчера. Этот вчера. А тот сегодня. Все, давайте. Ну, потихоньку можно отдать матери, а то она плачет уже. Вот сфотографируйся. Вот этот сегодня родился, да? Давайте. Мать ищет своего ребенка. Да что ты такая? Вот так. Ну что? Наверное, вот сюда его... Отдайте вот сюда ягненка, и можно выходить. Позаботьтесь. Марин. Давай, сына, воскресе, дорогой. Да, приехали уже, мне приехали ипотека на архиерейской привезли. Вообще разложили уже. Воскресная школа уже. 16 человек приехало. Сейчас мы экскурсию проводим по деревне. 16? Проверь еще раз, пересчитай. По-моему, 14, да? Да, да, все. 16. Все нормально. Идемте в эти двери, выходим, открывайте. Так, ягненка-то отдай овечке той. Вот, дали. Вот, дверь открыта. Это батюшкин двор. Везде дрова, он сам колет. Володя сейчас помогает. Вон ваш автобус, который вас привез. Вот на такой газельке, она почти такая же. Мы проехали за три летних сезона 117 тысяч километров. Она стала живой. С миссионерской поездкой. Доехали мы в Владивосток, проехали на такой вот машине. Находка порт, и туда прошли Турция, все государства и Португалия. Потом Скандинавия и Прибалтика. И она не сломалась? И в каждой стране, везде я дарил свои 38 книг в библиотеке. Мы едем, выступаем, и я дарю в библиотеке книги. У меня 38 книг вышло из печати. И я поэтому... А у вас там и толкование? Дарю. Книги эти у вашего архиерея есть, у некоторых священников. В краевой библиотеке. У Путина даже есть, в библиотеке стоят. Книги имеют одно свойство, необычное для всех. Они написаны в полной свободе, никому не угождая. Никому. Никому, кроме Бога. Никакого цензора не было, все делалось в молитве.
И опровергнуть никто не может. Очень сильно недовольны были люди, собирались в разных епархиях, там целые конгрессы против. Но за 13 лет никто не вызвал нигде, все замерли. Я говорю, а почему нет? Так они говорят, что самоубийцы, что ли? Потому что если они вызвали, я буду говорить, но только во свете Библии. А во свете Библии все не так выглядит, как сегодня идет. Так, я к шоферу должен подойти. Вы как прошли? Легко? Не заблудились? Да нет. Смотрите как. Мария, это хороший проводник. А. Нигде не заблудилась. Хорошо. Ну, слава Богу. Хорошо. Сколько их было? 14 ребятишек? Да. Да. Ну, были. А вы не отставайте от них, ходить у нас интересно. Они в храме были. Вот сейчас, завтра пойдут купо это, плавать на лодках. Маленько отдохнут. Мы везде приглашаем, чтобы не было так. Кого-то пренебрегли. Вот пока я здесь, они уже ушли. Видите, как колышется в деревне. Веточки. Вот, вон батюшка пошел, куда свою делегацию повел. Игорь, а почему вы не на поле? Так, все.